Так, еще раз всем добрый день. Меня представлюсь, кто меня еще не знает. Меня зовут Ирсина Ольга. Я живу в городе Пермь. В компании я один год. На данный момент на 15% вице-директор. Так, тема нашего вебинара – это презентация интернет-проекта. Сейчас у нас новое название интернет-проекта, называется ProFly. И сегодня вы узнаете о возможностях нашего проекта, как начать зарабатывать здесь, совмещая с основной работой или учебой, без вложений, имея собственный график и получая официальный доход на карту. Все это у нас происходит в режиме онлайн. Наверняка многие из вас сейчас еще работают на наемной работе или, может быть, недавно работали. Ну, я не знаю, возможно, кто-то доволен своей зарплатой, может быть, кто-то и не очень доволен своей зарплатой. Ну, вот так устроена наша жизнь, что большинство людей живет по шаблону государства. Ходим мы сначала все в детский садик, действительно, у нас денег нет. Потом мы идем в школу, и, конечно, не только родители дают. Поступаем в институт, студенты сейчас усиленно все подрабатывают, но, естественно, тех финансов, которые они получают, также на нормальную жизнь не хватает. И, наконец, после института мы начинаем работать на основной работе. Конечно, это основной этап нашей жизни. Да, там мы получаем зарплату, деньги есть, но нам их всегда не хватает, большинство людей. У нас нужна нам ипотека, например, нужно взять квартиру, оплатить. Хочется машину приобрести, скорее мы берем ее в кредит. Коммунальные услуги дорожают, мы их платим, конечно, обязательно. А здоровье немножко уже портится к этому возрасту. И звука нет опять. Девочки, пишите, есть звук или нет, а то я, получается, сама себе рассказываю. Вообще нет звука или меня хоть чуть-чуть слышно? Есть. Хорошо, я продолжаю. И нам приходится тратить деньги и на здоровье, и на детей. И, в общем, у нас получается то, что мы зарабатываем, мы постоянно все это тратим, и вот на жизнь в удовольствии нам не хватает. Хочу сегодня к морю, не надо купить целый год, чтобы поехать с семьей к морю. А вот, например, хочу что-то купить себе, ну, шубу там или еще какую-нибудь вещь. И бывает так, что для чаще всего практически у всех так, мы не можем себе это позволить с нашей основной зарплатой. Ну, а далее наступает минимальная пенсия. И посмотрите, как живут наши пенсионеры. Выбирают самые дешевые товары, перебиваются с копейки на копейку, пенсию государство платит такую крошечную, такую маленькую, неблагодарную вообще, я считаю, это пенсия для наших стариков, что просто вот даже за них обидно. И вот такой шаблон государства. И в такой момент, вот когда все это анализируешь, стоит задуматься, наверное, над своей жизнью, над своим будущим, над будущим наших. И мне, честно говоря, страшно подумать даже, что вот когда-то я бы вышла на пенсию и стала получать 7-10 тысяч. Я не знаю, как бы я на такие деньги вообще жила, это вообще, мне кажется, крайне нищеты. Вот мое такое мнение. И когда вот работа не приносит желаемого результата, и получается, что еще и времени постоянно с наемной работой нет, то есть прилетаешь вечером домой и начинается еще круговорот дел. Постирать, с детьми уроки поучить, покушать, приготовить. Хочется еще себе любимое время уделить. То есть нет ни времени, ни денег. Все люди начинают искать какие-то новые варианты заработка. Возможно, полностью меняют сферу деятельности. Кто-то начинает искать дополнительный заработок. Какой еще вид деятельности нам может быть доступен? Кроме работы по найму. Это индивидуально. Люди начинают, например, вязать на заказ, пить тортики на дому на заказ, занимаются индивидуальным посылом одежды, мебель на заказ делают, украшения ручной работы. Сейчас интернет пестрит просто
Все создают группы, все пекут, вяжут, делают украшения. Кто-то начинает работать за компьютером, это набор текстов, составление статей, создание сайта, рассылка рекламы. Кто-то берется за более простую работу, там конверты клеит, ручки собирает, это что угодно. Плюс такой работы – простота начинания деятельности. Но есть и минус. Вот вы только перестали работать, заболели, уехали, люди тут же закончились. Еще, в принципе, возможен командный вид заработка. Вы решили открыть свой бизнес. Набрали команду, скажем, единомышленников. И вы, как основатель бизнеса, получаете доход от результата всей вашей команды. Чем больше людей у вас работает, тем выше ваш доход. Тут также есть отрицательные моменты. Сложно начинать, например, вообще с нуля бизнес свой. Нужен стартовый капитал. Нужно найти помещение или производство. Нужно найти рынок сбыта. Нужно, чтобы вам специалисты разработали маркетинг-план вашего бизнеса. В общем, нужны сложные вложения. И вот, конечно, это сложно, не каждый рискнет открыть свой бизнес. И все чаще в наше время многие виды бизнеса стали основываться на сотрудничестве с крупными партнерами. Компаниями-партнерами. Такая компания-партнер дает нам бизнес полностью под ключ, уже готовый. И в результате сама компания тоже расширяет рынок сбыта своей продукции. Плюс такой работы – это очень простой старт для партнеров компании. И, в принципе, вот мы все с вами являемся партнерами крупнейшей компании-производителя, компании «Фидерлик». И я считаю, что действительно плюс нас в том, что нам легко здесь стартовать в сотрудничестве с «Фидерлик». И давайте сейчас мы перейдем к сути нашего проекта. Так. В чем же суть? Значит, наш бизнес полностью помещается в компьютере, в планшете, в вашем телефоне. Вы не привязаны к своему бизнесу территориально. Здесь у нас не имеет значения ни пол, ни возраст, ни образование. Вот здесь вы полностью определяете уровень своего дохода. Сами решаете, когда и сколько вам работать. Хотите вы работаете утром, днем, кому-то удобно вечером и ночью. Пожалуйста, сколько вы работаете? 2-3 часа, 4-5, кто сколько себе поставил вот уровень планку, кто сколько и работает. Далее, уровень своего дохода вы как определяете? Или вы будете менеджером на 6-9% получать там, от 700 до 3000 рублей? Или вы поставите здесь цель, например, серебряный директор, там доход 110 тысяч и выше. То есть вы эту планку тоже так же для себя здесь определяете. Никакой начальник вам здесь не скажет, вот тебе, ты будешь работать менеджером, постоянно будешь на 9% и будешь получать 3000 рублей. Нет, тут вы решаете это сами. Еще плюс нашего проекта – это вы проходите все обучение в режиме онлайн. Вам никуда не надо ездить ни на автобусах, ни на метро. Не тратить время где-то сидя в аудитории. Вы находитесь дома в удобной обстановке и обучаетесь. Если не смогли присутствовать на каком-то обучающем вебинаре, вы всегда можете послушать его, потому что они все записываются в удобное для вас время. И очень большой плюс, наша система работы позволяет дистанционно управлять и всегда быть на связи со своей командой. Это огромный плюс нашего проекта, именно что мы работаем онлайн. Так, ну дальше. Что вообще суть бизнеса? Суть вообще любого бизнеса – это создание товарооборота, чем бы вы ни занимались. Товарооборот – это объем проданных и купленных товаров в денежном движении за определенный период времени. В нашем случае это 3 недели, каково. И вот любой бизнес продвигает всегда товары или услуги. Чем больше товары и услуга пользуются спросом, тем больше будет ваша прибыль. Это естественно. Ну и давайте рассмотрим.
смотрим, как же нам создать товарооборот, не занимаясь постоянными продажами. В первую очередь в нашем проекте мы меняем обычный магазин на свой интернет-магазин Faberlic. Тем самым мы значительно экономим свой семейный бюджет. Также у нас у всех есть друзья, родственники, коллеги на работе. И вот если вы им предложите качественную продукцию и с хорошей скидкой, то, думаю, они будут только рады и скажут вам большое спасибо. Они же так же хотят экономить, как и вы. Если вы поделитесь своей, скажем, 20% скидкой с родными, это тоже будет вам плюс в состоянии личного товарооборота, а родным и близким, ну, удовольствие покупать и экономить. Так что создавать товарооборот 50 баллов для получения дохода в нашем проекте, я считаю, совершенно несложно. Потому что продукция качественная, мы не живем как-то где-то обособленно макрозами людьми, знакомыми. И вы просто поделитесь информацией, поделитесь скидкой, и тогда у вас будет ПТО всегда 50 баллов. Потому что в нашем проекте без личного товарооборота не будет начисляться зарплата. Так. Ну и раз мы являемся партнерами крупного производителя российской компании Faberlic, я, конечно, вам уже сейчас там немножко про нее расскажу. Компания основана в 1997 году. Вот в сентябре этого года компания празднует в Москве свое 20-летие. 20 лет она представлена на рынке. Это, мы уже считаем, солидный срок и говорит о стабильности компании. А представительство Faberlic открыто в 38 странах мира. Я думаю, что сейчас уже, по-моему, больше. А скидка идет на весь ассортимент товара от 20% для всех консультантов. Работая с компанией Faberlic, мы, в принципе, не делаем финансовых вложений. Если мы для себя купили помыться, побриться, постирать, в квартире прибраться, я не считаю это финансовым вложением. Официальный доход здесь у нас 18 зарплат в год. Также большой плюс, что у компании Faberlic есть свое собственное производство. Ну, компания для лучших сотрудников, конечно же, проводит различные мероприятия и организует путешествия за границу за счет компании. А Faberlic входит в топ-100 косметических компаний мира. И сейчас выпускается уже более 5000 наименований товаров, и компания имеет 30%. В общем, вот такая вот замечательная у нас компания, нам было есть чем гордиться. Мы являемся как бы партнерами такой компании. Так, что предлагает нам Faberlic? Какие как бы разделы в ассортименте есть? Это косметика для макияжа декоративная, косметика по уходу за кожей лица и тела, средства личной гигиены, парфюмы, мужские, женские, даже для деток, для мальчишек, для девчонок, отдельные парфюмчики есть. Товары для здоровья, товары для дома, продукты для здоровья, очень много аксессуаров женских, мужских, детских, прекрасное женское нижнее белье, купальники, колготки, носочки, женская одежда от спортивной до какой-то офисной, деловой и нарядной, детская одежда очень хорошего качества для мальчишек и девчонок. И появилась мужская, если наконец-то у нас. А, еще обувь. Ну и также Faberlic нам дает возможность дополнительного заработка и построения собственного бизнеса. Так, тут немножко о наградах я написала, но думаю, я зачитывать все это не буду. Просто хочу сказать, что компания Faberlic со своей продукцией занимает призовые места
и получает различные серебряные, золотые награды, медали за качество своей продукции. Ну, вот. Тут вот золотая медаль, хрустальный лотос премия была такая в 2015 году, и косметика для дома получила золотую медаль. В принципе, если кому интересно, в личном кабинете в разделе «Наши награды» вы можете почитать о том, какими дипломами, грамотами и медалями награждена продукция компании «Фидерлик». В принципе, когда я пришла в компанию, я вообще не знала практически ничего о продукции. Я думаю, новичкам даже стоит и полезно ознакомиться с наградами, так сказать, потому что нам есть чем гордиться, что у нас продукция не какая-то там сделанная неизвестно где и кем, то есть она и наградная, и качественная, и сертифицированная. Это очень важно и знать, и делиться этой информацией с будущими нашими партнерами, клиентами. Ну и дальше. Поговорим сейчас о программах и бонусах от компании «Фидерлик». Так, первая программа – это программа «Быстрый старт». То есть тут идет вознаграждение вам за быстрое подтверждение звания. Например, звание «Директор», «Старший директор», «Серебряный директор». Идут единовременные выплаты за подтверждение данного звания. Дальше есть программа «Бонус материнства». Такой программы нет больше ни в одной компании. То есть за первого ребенка в год компания вам выплатит 25 500 рублей. Но не единовременно, эта сумма расписывается на каждый каталог. И за второго ребенка вы получите от компании 51 тысячу рублей. Также эта сумма будет расписана, если каталог не будет оплачиваться. То есть не сразу 51 тысяча рублей. Замечательная есть программа в нашей компании. Далее. Стартовая программа для новых консультантов. Так, она состоит из 9 шагов. Первый шаг вы как бы проходите автоматически. То есть это вы когда регистрируетесь в компании и делаете заказ, оплачиваете его, вы уже проходите первый шаг и получаете от компании за 1 рубль в подарок. Далее, если вы решаете еще 8 каталогов проходить стартовую программу, то есть на каждом шаге за определенный заказ вам по очень хорошей цене предлагается набор продукции. Продукция везде разная, как вы видите на слайде. Где-то косметика для дома, где-то на пятом шаге, например, идет декоративная косметика, на четвертом уходовая для кожи лица. Вот. И еще какой плюс, когда я проходила эту стартовую программу, мне очень понравилось, что здесь можно выбирать оттенки помады, оттенки лака, тонального крема. На свой, как бы, ну, на свой вкус. Например, это не значит, что вам предлагают на восьмом шаге красный лак и красную помаду, они вам совершенно не нужны. То есть там идет на выбор. Лак выберите, какой вам цвет нужен, помада, тоналка, все подберете под себя. Также и с кремами вы выбираете под свой тип кожи. То есть данную серию, но под свой тип кожи выбираете. Потом, например, вот на девятом шаге мне очень понравилось, что идет мужская туалетная вода, женский парфюм, также женский мужской парфюмированный гель для тела. И там предлагаются 4 аромата на выбор, как мужских, так и женских, также с гелем для тела. И, то есть вы выбираете любой из 4 предложенных. Это здорово. Программа классная, и очень советую в ней участвовать. Очень приятно, например, за 99 рублей получать вот такой набор косметики для дома, например. Я когда получила, это у меня полные руки были, такие большие банки по 500 миллилитров. Все это у меня получилось за 99 рублей, их так было много.
Ну, это было здорово. Я бы еще раз с удовольствием прошла стартовую программу. Так что всем советую, девочки, проходите, не пожалеете. Далее, еще замечательная программа в компании есть, накопительная программа Фаберлик Клуб. Но я думаю, что все вы уже знаете, что каждый продукт имеет свою как бы стоимость, бонус балл. И в течение каталога, делая заказы, вы накапливаете эти бонус баллы за ваши заказы, за заказанные вами товары. Ну, например, если вы делаете ЛТО 50 баллов, то значит, ну это так, для примера расскажу, то значит у вас накопилось в каталоге, скажем, в 9-м, 50 бонус баллов. И вот начался 10-й каталог, и вы делаете заказ. В 10-м каталоге вам предложат, по-моему, на втором сайте выбрать на 50 накопленных в 9-м каталоге баллов абсолютно бесплатно любую продукцию, какую вы хотите. Ограничений по количеству товара нет. Вы можете полностью потратить все ваши 50 баллов и набрать на них продукции. Вот раньше я работала в другой компании, там была тоже стартовая программа, там можно было выбрать только два продукта, не больше. Мне баллы оставались, на следующий каталог переходили. Здесь можно потратить все до последнего балла. Не хотите тратить, копите, пожалуйста, следующим потратите. Вот такая классная программа. Тоже пользуйтесь, не забывайте о ней. Здорово получать бесплатные товары в компании, подарок. Так, сейчас давайте посмотрим ступени дохода в компании Фаберлик. Вот когда вы только пришли и выходите, скажем, на первый уровень, это консультант, 3%, вы вместе со своей небольшой еще командой сделали 100 баллов. А доход, конечно, небольшой. Вот посмотрите, тут голубой столбик по России идет. Первый доход будет в районе 180-200 рублей. А дальше, скажем, в следующем каталоге вы вышли на 6%. Бывает, что выходят и сразу в одном каталоге, сразу на 6%. Вы получите уже 720 примерно. Это средняя цифра, это все зависит от построения структуры. Дальше 9%. Это уже лидер. Лидер 9%. У вас 600 баллов. И вы уже получаете в среднем 3200. И вот посмотрите, 3, 6 и 9 легко, в принципе, сделать уровень. Ну вот дошли мы, скажем, до уровня вице-директора 15%. Доход 13500. Вот посмотрите, это можно сделать за 4 каталога, а может быть и быстрее, за 2 и 3, возможно, даже. И вы, получается, за, ну, скажем, за 2-3 месяца ваш доход увеличился с 200 до 13, ну, 10-13 тысяч. Вот на наемной работе я не думаю, что вам за 2-3 месяца увеличат доход. Работали вы менеджером по продажам, и раз вам за 3 месяца до 10 тысяч, там, 200 рублей. Ну, это я все образно говорю, увеличили доход. Это нереально. У нас, пожалуйста, доход растет очень быстро. И, то есть, все зависит только от вас. И посмотрите, вот директор 23%, доход уже 40 тысяч. Такое на директора люди выходят за 4-6 каталогов при хорошей такой усиленной работе. 200 рублей до 40 тысяч выйти за полгода, просто считаю, шикарная зарплата. И вот как она быстро может у вас вырасти. И компания также, вот уже я говорила, выплачивает квалификационные бонусы. То есть за директора 55 тысяч единоразово выплачивается, за серебряного директора 110 тысяч выплачивается и так далее. Рубиновый директор 220 тысяч и национальный директор получает почти 1 000 000 рублей. Вот недавно смотрела, буквально на прошлой неделе, прямую трансляцию в Инстаграме со старшим национальным директором из Дагестана Марьяна Тимарова. Она открыла тогда звание, стала национальным директором, не выплатили от компании чек 1 250 000 рублей. Но там, как мы ей задавали вопросы, девочки спрашивали у нее,
А вообще какой доход у нее был, когда она стала национальным директором? Потому что это только выплата от компании 1 250 000. Она сказала, что плюс доход от структуры, и тогда она получила 2 250 000. Вот. Это был ее доход. Естественно, она сразу открыла себе еще один офис. Так что все стремимся к национальным директорам. Конечно, это сейчас кажется безоблачными, какими-то заоблачными целями. Но вот, кстати, вот эта Умарова еще на прошлой неделе рассказала, что она вообще рассказывала о себе. Она этот результат сделала за 4 года. Не работала она учителем начальных классов в небольшом селе, в ауле, не знаю, как это называется. Вот. Ну, наверное, эту историю уже знают все, но он как-то еще раз повторил и рассказала о себе, что вот за 4 года реально из простого учителя стать национальным директором, партнером компании, получать такой доход. Здорово, есть к чему стремиться, все реально, все в наших руках. Так, как же начать работать в нашем проекте? Вы обращаетесь к человеку, который пригласил вас в наш проект, или который, может быть, пригласил вас на такой вебинар по презентации проекта. Говорите ему, что вы приняли решение, вы хотите работать, проходите обучение, и далее уже со своим наставником обсуждаете дальнейший план действий. Как вы будете работать, как вы будете строить структуру, как вы будете людей рекрутировать, это все уже будет с вашим наставником. Какое же обучение дается в нашем проекте? Есть два вида обучения. Это обычная система обучения и Академия Роста. Что дает обычная система обучения? Ну, во-первых, это информационная поддержка спонсора, и далее начинается самостоятельная работа. Это как бы базовая система. Здесь вы работаете, в принципе, самостоятельно. Что дает Академия Роста? Здесь у вас идет плотное сопровождение вашего спонсора, помощь в построении вашей структуры. Также в Академии Роста в этом обучении собран опыт работы самых успешных лидеров за долгое время. Различные фишки, которые применяются в работе и которые действительно работают, о которых вы вообще нигде не найдете больше, как только в нашем обучении, в Академии Роста. Различные инструкции, даются сайты, видео, как автоматизировать и облегчить и ускорить вашу работу, чтобы вы быстрее пришли к поставленной цели. Так что тут уже решайте сами, или вы сами по себе, или вы все-таки с помощью и сопровождением блоком спонсора и быстро растете в Академии Роста. Так, напомню об акции текущего каталога 10. Сейчас идут подарок для новичков средства для стирки. В набор входит концентрированный стиральный порошок для шерсти и деликатных тканей и кондиционер бальзам для белья с ухаживающими добавками. Так, покажу вам сейчас. Вот такой подарок всем новичкам. Приглашайте новичков, рассказывайте им о таком шикарном подарке. Стиральный порошок просто супер. 800 грамм такая коробочка заменяет 3 килограмма обычного порошка. И производится порошок в Германии. В общем, ну, супер-супер порошок. Хвалить можно долго. Думаю, что вы уже с ним его попробовали. Или, может быть, снова влияет. Классная продукция, и все кондиционеры для белья я уже попробовала, они тоже супер шикарные, белье становится нежное, мягкое, можно стирать деткам с 0 месяцев, одежда, пеленки, отличные средства. Так, ну вот, думаю, на этом все, моя презентация проекта подошла к концу.
Генри Форд сказал, самая хорошая работа – это высокооплачиваемое хобби. Девочки, я вам от всей души желаю, чтобы работа в нашем проекте стала для вас именно хобби, удовольствием и всегда высокооплачивалась. И если вы решили поменять свою жизнь к лучшему в нашем проекте, то, конечно, начните сейчас действовать, прямо сейчас и по-новому. Я думаю, у вас обязательно в нашем проекте сбудутся все мечты, о которых вы, думаете, запланировали себе. И работать вам здесь будет в удовольствие, будет быстрый, хороший рост и хороший доход. Я от души вам этого желаю. Ну, на этом все. Спасибо всем, что были на презентации проекта. До встречи в чатах. И всем пока-пока.